Панкрат, а ты помнишь, обещал рассказать про права человеков? Да я с удовольствием. Только это в двух словах не расскажешь. Ну, расскажи, как умеешь. Ну, тогда надо начать с азов. Давайте сначала разберемся с идеей ППП. ППП — это правила, право и права. Так это же одно и то же. И да, и нет. Все это, конечно, договоренности между людьми, но смысл у них разный. Правила нужны для любой совместной деятельности человеков. Возьмем игру. Чтобы в любую игру сыграть, нужно сначала договориться про правила. Например, в футболе нельзя бить другого игрока. А мяч можно. А без правил никакой игры не получится. Разве что драка. И часто выбирают независимого судью, арбитра, чтобы он следил за тем, чтобы правила выполнялись одинаково для всех. А тех, кто не соблюдает правила, судья накажет. Ну, вам бы, мальчикам, все про футбол. А разве в реальной жизни не то же самое? Кто нарушает правила? Например, ворует чужие деньги, того отправят в суд, где судья решит, как его наказать. Отличный вопрос! Вроде все правильно. Но как судья решит, какое наказание он может применить, а какое нет? Вдруг он решит, что проще всего отрубить всем голову? Так же незаконно делать, правда? Вот именно. Вот тут мы начинаем говорить про право. Правила, действующие в государстве, часто называют правом. Они записаны в законах, в конституции, в кодексах. И судья должен назначить наказание, следуя праву, а не тому, что ему вздумалось. Собственно, выбор прост. Или право силы, или сила права. Мне, пожалуй, сила права больше нравится. Панкрат, а права тогда что? А права возникают тогда, когда тебе другая сторона что-то пообещала и готова эти обещания выполнить. Например, я обещал покормить тебя обедом. У тебя появилось право на обед. Так я всегда мог пообедать. Это была возможность, а не право. Не поймал рыбу, остался без обеда и требовать не с кого. А так, ты можешь потребовать обед с меня, раз я обещал. Это и будет право на обед. Понятно. Значит, права раздают только друзьям? Нет. Можно договориться и с чужаком. Например, сосед тебя пускает плавать в свой бассейн, а ты ему рыбу ловишь. И это получится договор равных сторон о взаимных правах и обязанностях. А если стороны не равны? С одной стороны я Чеги, а с другой Питбул с кучей боевых роботов. Значит, у меня и прав никаких не будет. Зачем ему брать на себя обязательства? А потому что Питбул не сам по себе бандит с роботами, а официальный представитель государства, которое уже взяло на себя особые обязательства по отношению к тебе. Это и есть права человеков. А зачем государству брать на себя какие-то обязательства? У них же все пушки. Ну, потому что правильное государство — это то, которое соблюдает договоренности со своим народом. А не то, где власти делают, что им в голову взбрело. Ну и если кто не берет на себя обязательство соблюдать права человеков, то и в союз цивилизованных миров такое государство не примут. Панкрат, подожди. Про правила и права мы вроде поняли. А что такое государство? И откуда оно взялось? Ох, эта тема отдельного разговора заслуживает.